Привет. Теперь я покажу, как хожу на костылях. Смотрится это, конечно, очень забавно. Я, судя по тому, что я еще и хоккеист бывший. Но не суть. Что есть, то есть. В общем, смотрите, на сегодняшний день, что я умею. Прошло 3 дня после операции. В принципе, передвигаюсь стабильно по всему этому своему реабилитационному центру. Очень много интересного узнаю. Хожу медленно, смотрю по сторонам. В общем, все, как говорят врачи. Медленно, с толком, с расстановкой. На самом деле, все, что я могу сказать о ходьбе на костылях, это довольно-таки легкое занятие. Нужно просто приноровиться. Дальше смотрите мои видео, там я хожу и по лестницам, и чего я только не делаю на этих костылях. В общем, мне ходить всего 3 недели, так что это не так уж и страшно при эндопротезировании тазобедренного сустава. Всем здоровья! Конечно, не забываем подписываться на мой канал.